днем 24 перемены. Дунаев Сити. Добрый вечер. Это программа «Дунаев Сити». В нашей сегодняшней программе рассказываем о том, куда еще можно вложить рубли, в том случае, конечно, если они у вас остались. В нашем городе уже достаточно магазинов, которые не только хорошо известны красноярцам, но и любимы. Один из таких открывает нашу сегодняшнюю программу. Без всякого преувеличения я нахожусь в самом известном ювелирном магазине в Красноярске. Один тот факт, что 22 декабря ему исполняется ровно 50 лет, говорит сам за себя. Но в ближайшие несколько минут будем говорить о золоте, бриллиантах и других украшениях, которые, как известно, являются самым желанным подарком. И не только для девушек, кстати. Скажу сразу, всегда мечтал оказаться по эту сторону прилавка. И вот я здесь для того, чтобы рассказать, какие заводы представлены в этом магазине. Оговорюсь сразу, все ювелирные изделия, которые продаются здесь, только российского производства. Первый завод – русские самоцветы. Между прочим, детище самого Карла Фаберже. Унаследовав дух того времени, пропитанный эстетикой, истинной красотой и аристократизмом, мастера компании «Русские самоцветы» и по сей день создают шедевры, относящие своих почитателей в те времена. Долгое время главными клиентами фирмы были члены императорского дома и придворные круги. Продолжаю знакомить вас с ювелирными заводами, которые представлены в этом магазине. Знакомьтесь, Московский экспериментальный ювелирный завод. Кстати говоря, может похвастаться тем, что вот ровно такой же гарнитур в свое время приобрела Людмила Зыкина. Запросто, кстати говоря, может стать чьей-то семейной реликвией. В производстве ювелирных изделий завод использует только природные камни, бриллианты, изумруды, сапфиры, топазы и аметисты. Золотые серьги с бриллиантами и другими драгоценными камнями или без камней. Эти украшения отличаются высоким качеством и стильным и разнообразным дизайном. Подвески с бриллиантами – украшения, эффектно смотрящиеся как на юных девушках, так и на зрелых женщинах. Разнообразные стили подвесок позволяют без затруднений выбрать подходящее украшение. Если вы думаете, что российская ювелирная мода стоит на месте, ничего подобного. Санкт-Петербургский завод «Каст» ежегодно выпускает более 200 новых оригинальных моделей, среди которых есть совершенно эксклюзивные вещи, сделанные в единичном экземпляре. Обратите внимание на этот завод. В украшениях завода представлено все великолепие и разнообразие стилистики современного ювелирного искусства, от классики до авангарда. Эта особенность наиболее ярко выразилась в линиях классических украшений, которые покоряют гармонией форм и необыкновенным чистым петербургским изяществом графического рисунка. Костромской ювелирный завод был основан в 1939 году. Ежегодно завод поставляет более 300 наименований совершенно новых изделий. Великолепное соотношение цены и качества позволяет заводу выходить на международные рынки. Сейчас изделия этого завода с успехом продаются в США, Канаде и странах Евросоюза. Костромской завод ювелирных изделий, кроме богатого ассортимента, имеет еще одно важное преимущество – свой цех огранки природных самоцветов. Кольца с драгоценными камнями и самоцветами, бриллианты, сапфиры, рубины, топазы, аметисты – богатство цвета и разнообразие огранки, разная величина и форма вставок – просто глаз не оторвать от такой красоты. Приоритетное направление работы казанского завода «Алмаз» – это изготовление золотых украшений с бриллиантами. Отдельное направление деятельности – изготовление эксклюзивных изделий на заказ. А знаете ли вы о том, что чернить серебро придумали на Руси? Можете считать чернение серебра национальным достоянием нашей Родины. Махачкалинский художественный комбинат представляет изделия из серебра, сделанные вручную. Совершенно уникальный, оригинальный подарок. Другого такого просто не найдете. Использование различных технологий – филигрань, чернь, гравировка, чеканка, эмаль, инкрустация слоновой костью – все это является отличительными чертами этого стиля. Ювелирный магазин «Кристалл» находится на Карла Маркса 141. 22 декабря «Кристаллу» исполняется 50 лет. И в честь дня рождения каждому покупателю положен подарок. Приходите!
Отчего русский человек не готов отказываться даже в самый тяжелый кризис? От хлеба и от зрелищ. И если мы знаем, что хлеб у нас уже точно подорожает, то зрелище пока еще по старой цене. Сегодня в рубрике «Проверено на себе» мы узнаем, как начать вечер правильно. Итак, главное выбрать верное место. Бар, интерьер которого пропитан духом киноискусства. Плейлист которого начинается с дип-лаунжа, а заканчивается танцевальными ритмами. А в меню, на мой взгляд, одни из самых лучших в городе коктейлей. И это то, что нужно. Большинство ингредиентов в коктейлях домашнего приготовления. Я заказала сет из 3 коктейлей за 600 рублей. Мои коктейли безалкогольные, из сока и фруктов. Из меню я выбрала морской гребешок на подушке из сельдерея, тартар из тунца и карпаччо из креветок. Все очень вкусно. Проверено на себе. В коктейль-баре «Аль Пачино» есть все для того, чтобы начать вечер правильно. Коктейль-бар «Аль Пачино», взлетная 7. Телефон для заказа столиков 272-4404. Новогодние подарки для всей семьи. Теплые, полезные, практичные и недорогие. Пришло время поговорить о новогодних подарках, об универсальных новогодних подарках. А в чем универсальность, спросите вы? Отвечаю. Дело в том, что вместе с этими подарками вы дарите одновременно любовь, тепло и здоровье. Интересно? Тогда смотрите. Натуральная овечья шерсть обладает лечебными качествами. Регулирует давление, устраняет усталость, нормализует сон, успокаивает нервную систему, повышает сопротивляемость организма к простудным заболеваниям. Натуральная овечья шерсть всегда считалась прекрасным утеплителем, сочетающим в себе доступность и практичность. А помните, как в старину называли теплые жилетки? Правильно, душегрейка. Абсолютно точное определение для жилеток, сделанных из верблюжьей шерсти. Потому что именно то, что дарит здоровье, по-настоящему греет душу. А еще это очень стильная и очень практичная вещь. Верблюжья шерсть почти в два раза легче и нежнее овечьей, потому что на 85% состоит из пуха, который не состригают, а вычесывают, как правило, раз в год. Важную группу товаров здесь составляют детские шерстяные жилетки различных моделей и разнообразной цветовой гаммы. Жилеты из шерсти подходят как годовалым детям, так и подросткам. Пледы из Монголии сделаны исключительно из натуральных материалов, поэтому они очень теплые, очень приятные на ощупь, очень долговечные, а еще они снимают электростатическое напряжение. Проще говоря, не бьются током. А теперь проведите по своему пледу. Еще раз. Ни одной искры. Вы можете приобрести плед как из верблюжьей шерсти, так и из шерсти яка. Есть пледы из кашемира с большим разнообразием цветовой и стилевой палитры. Так как эти пледы очень теплые, они могут заменить одеяло, когда к вам приезжают гости или во время обеденного отдыха. Зачем доставать объемное громоздкое одеяло, когда можно укрыться легким и приятным пледом? Ну а поскольку Новый год на носу, в заключении, как всегда, о приятном. При покупке на сумму от 2000 рублей теплые тапочки в подарок. Салон «Шерсть Лен», торговый комплекс «Оптима», цокольный этаж. Ну а теперь о вещах, которые и носить можно долго, и карман они слишком своей ценой не оттягивают. Лейла Исаева примеряет красивые каракулевые шубы. Шубы из каракуля снова на пике популярности. Сегодня каракулевые шубы можно увидеть в коллекциях известных дизайнеров. Популярны они и среди красноярских модниц. Шубы из каракуля могут быть разных оттенков и фасонов. Есть роскошные длинные модели и эффектные короткие шубки для автоледи. Каждая модель индивидуальна, так как узор завитка ни у одной шкурки не повторяется. Мех каракуля не боится влаги и легко реставрируется. Такая шуба прослужит вам до 20 сезонов. Выбрали шубу, но она не подошла вам по размеру? Вам ее могут перекроить, причем бесплатно. Шуба из каракуля – это благородство и шарм, строгость и изысканность, современность и традиционность. Если вы стремитесь к индивидуальности, выбирайте каракуль. Не торопитесь с выбором верхней одежды. Найдите нас. Салон каракулевых шуб в новом торговом комплексе «Крастец», первый этаж, отдел 1-9. Настоящие каракулевые шубы высокого качества по разумным ценам сможете приобрести у нас. Если в вашей компании корпоратив еще не отменили и в настоящий момент вы рассуждаете о том, в чем пойти на корпоратив, тогда обратите внимание на эти сорочки.
Хотите смоделировать свой собственный образ, обратите внимание на те вещи, которые окружают вас. Я про аксессуары, потому что аксессуары – это именно то, что делает ваш стиль совершенно неподражаемым, совершенно индивидуальным. Оригинальные запатентованные принты, плюс трехпуговичные манжеты. Ноу-хау этого бренда встречаются только на сорочках этой марки. Дизайнеры бренда при разработке каждой вещи стараются подходить к моде нетривиально, поэтому в новой коллекции появились вот такие удлиненные на локоть. Дублирование ткани, из которой изготовлены брюки, на оригинальных деталях свитера позволяет дизайнерам создать полноценный гармоничный образ. Но не будем забывать и про вещи с крупной вязкой. В этом сезоне они продолжают быть в тренде. Ну и главная фишка сезона – ваши индивидуальные инициалы на манжете изготавливаются, соответственно, индивидуально. Приобрести бренд из Амстердама можно в Circle бутике по адресу улицы Карла Маркса, 73А, Цоколь. Серебро, палладий, золото – ювелирные украшения на любой кошелек. Я в ювелирном магазине. Проверим ассортимент и качество драгоценных изделий, представленных здесь. Это фирменный магазин завода цветных металлов, поэтому в качестве и подлинности украшений можно быть уверенной на все 100. Цепи – это, пожалуй, символ этого магазина. Здесь они представлены в большом ассортименте. Классические и современные, массивные и многослойные. Что их объединяет – это неизменная прочность. Самому магазину уже 17 лет. Покупатели знают, что как минимум раз в сезон коллекции здесь обновляются. Проверим, насколько они соответствуют современной моде. Все, что модно, я здесь нашла. Цветные камни, массивные ювелирные изделия и эксклюзив. Целая коллекция драгоценностей из палладия. Проверено на себе. В магазине «Золотая цепь» действительно достойный выбор драгоценных изделий. Впереди Новый год, так что возьмите это на заметку. На этом на сегодня все. Смотрите программу «Дунаев Сити» ровно через неделю на канале ТВК в это же самое время. И помните, что в «Дунаев Сити» живут люди, которые прекрасно знают, что деньги надо тратить здесь и сейчас. Я про рубли, конечно. Пока!